Стартовало молодежное трудовое лето. Все 3 месяца каникул на благо своих муниципалитетов будут работать подростки в возрасте от 14 до 18 лет. В Урае, например, 50 человек подписали договоры и оформили трудовые книжки. Об этом в сюжете наших коллег. Более 150 подростков от 14 до 18 лет проведут лето с пользой для себя и города. В Урае стартовала кампания молодежного трудоустройства. В первую смену к трудовым обязанностям по уборке города приступили 50 ребят. Будем благоустройством, уборкой территории заниматься. Мы как центр молодежи очень рады, что мы возобновили трудовые отряды. Мы рады, что ребята могут летнее время проводить свой досуг полезно. Зарабатывать при этом. Вчера вы подписали трудовые договоры. Официально, большинство из вас официально вступило в первые, так сказать, трудовые отношения. С чем я вас и поздравляю. После короткого приветствия трудовой десант приступил к наведению порядка в Березовой аллее. Собирали прошлогоднюю листву и складывали ее в мешки. Пойти работать, признаются ребята, решили, потому что это полезно и для них, и для горожан. Ну, я решила поработать, потому что нужно заработать денег и городу помочь, там, чтобы в чистоте было, ну и просто время провести. Надеюсь, здесь все будет чисто и красиво. И когда люди здесь будут гулять, смотреть, любоваться видами. Я хочу купить себе новый телефон, потому что мой старый уже совсем никакой. Поэтому вот я пошла работать, чтобы заработать себе на новый телефон. Тем, кому не удалось устроиться на работу в июне, есть возможность поработать в другие летние месяцы, говорят работодатели. На сайте Центра занятости Урая и портале «Работа в России» скоро появятся вакансии на вторую трудовую смену, а в середине июля – на третью. Чтобы трудоустроиться, всего лишь нужно пройти медосмотр и получить направление. Всю информацию мы размещаем в нашей официальной группе ВКонтакте «Урай молодежный». А как только мы разместим вакансии на сайте «Работа в России», в нашей группе мы об этом сообщим. За свой труд подростки получат зарплату. Ее размер фиксированный – 14,5 тысяч рублей за месяц. Екатерина Кузьмина, Александр Кашкин.